который плюс, кстати. У дешевых чайников, как правило, крышка внутри пластиковая, но у этого она металлическая. Это тоже очень. Бля, это понятно. Охуенно. Кофеёк сейчас заварим. На самом деле, я не знаю, зачем мы это делаем. В принципе, и так понятно, что все скипело. Ну, просто кофеёчек выпить. Ну да, выпей цель, кофе. Понятно. Какая разница? Я тоже хочу выпить кофе, ёбаный в рот! Я тоже хочу выпить кофе! Дальше-то что? Я просто, блядь, хочу выпить Иванову кофе. Дальше что? Зеленый кофе? Зеленый кофе? Блять, где зеленый кофе, ебаный, блять? Я думаю, многие из вас видели и покупали. Тут, блядь, зеленый кофе. Вот аж на полочке, на пол. Блять, нихуя. Нормальный кофе, кстати. За 3 сотки, вообще офигенно. Сгущенка, кстати, тоже из светофора. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. И сколько такая сгущенка в светофоре стоит? 100 рублей. У тебя попа не слипнется? Нормально. Блять, иди нахуй, посмотри, сколько бутылка молока стоит сейчас в светофоре, охуеешь. Посмотри теперь, как это из бутылки молока, точнее, из 10 бутылок молока сделать одну пачку сгущенки. Тогда цена будет ясна абсолютно.